22 июля 2012 года. С космодрома Байконур стартовал белорусский спутник зондирования Земли. Событие не просто имиджевое. С этого дня страна вступила в клуб космических держав. Официально мир признал это чуть позже, через год, когда Беларусь была принята в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Сегодня, по истечению всего 5 лет, а в разрезе истории это мгновение, именно Минск – деловая площадка мировой космонавтики. На самом деле, иметь вот такой звездный десант, когда больше 100 космонавтов, астронавтов оказываются здесь, и есть возможность принять их в школе, послушать, как рассказывают о космосе американцы, как рассказывают о космосе французы, что говорят русские. Космос уже он вошел в нашу жизнь. И я думаю, что в какой-то степени так мы уже погрузились в неубиваемую зависимость от космоса. Хотим мы этого или нет? Для мира форум станет 31-м по счету. Это не только встречи с коллегами по космическим миссиям, но и возможность обсудить совместные проекты. Именно они в будущем могут дать всему миру глобальное открытие об устройстве Вселенной. Галактические перспективы форум обещает и стране, которая его принимает. В первую очередь, включение в крупные международные проекты. Но есть сейчас 2 крупных проекта. Это давно обсуждаемый проект возвращения на Луну и использование Луны как стартовой площадки для освоения дальнего космоса и полеты на Марс. Это комплекс сложнейших технических проблем, прежде всего связанных с тем, что радиация – раз, и отсутствие гравитации – два – это препятствует длительному нахождению в космическом пространстве. На Конгрессе будут 2 человека – Скотт Келли и Корниенко, которые 1 год специально вот находились на орбите, изучая возможности человеческого организма. Но к звездам только через тернии. Вся космическая отрасль страны проделала огромный путь, чтобы получить право на проведение Конгресса. На орбите сейчас и еще один белорусский спутник связи. Не только в небе, но и на Земле проектируется 3-й летательный аппарат дистанционного зондирования Земли. К тому же на наших предприятиях строится и космическая техника. Беларусь местом проведения космического конгресса выбрана не случайно. Эксперты анализировали ряд критериев. Планетарный форум проводится только в тех странах, которые вырастили космонавтов. Беларусь – родина для 3 известных покорителей Вселенной – Петра Климука, Владимира Коваленко и Олега Новицкого. Еще один немаловажный пункт, конечно же, это наш космический аппарат на орбите и вот этот центр управления полетами. На данный момент спутник прилетел на Антарктиду, прилетит над океаном и через полчаса будет прилетать над Минском. На этой карте отражается траектория белорусского космического аппарата в режиме реального времени. К этому моменту он уже сделал 34 тысячи витков вокруг Земли. Летает не впустую, задачи вполне конкретные – картография и мониторинг. Если до запуска спутника снимками из космоса пользовались только 2 белорусских ведомства, сегодня их в 10 раз больше. Мы в прошлом году вступили в такой консорциум, в который входят европейские компании, канадская, китайская, Сингапур и еще Арабские Эмираты. То есть вот фактически мы сейчас работаем в группировке, которая насчитывает более 20 спутников. Причем разрешение от 6 метров до лучше метра. И, соответственно, вот в такой кооперации мы можем участвовать уже в международных тендерах по мониторингу. Белорусы никогда не оставались сторонними наблюдателями. Кроме известных космонавтов Климука, Коваленко и Новицкого, еще десятки наших соотечественников разгадывают тайны Вселенной. Кто эти люди? О белорусских покорителях космоса расскажет фильм ОНТ «Малая родина высоких орбит». Влада Корницкая, Светлана Карульская и Сергей Янковский. «Контуры».